музыке не нужен никто. Именно на эту песню из альбома Павла «Воли, мысли и музыка» студент КФУ Вагиз Аюпов в рамках конкурса снял видеоклип. Цель участия – это не столько победа, сколько хороший пиар во всех социальных сетях. В сути, то, что мы хотели, мы получили. Павел Воля выложил во все свои социальные сети этот клип. На YouTube, ВКонтакте, в Twitter, в Instagram, везде все было. Везде были просмотры. Мне даже некоторые писали из его Instagram люди. То есть, ну, мои знакомые сначала увидели у него, а потом такие посмотрели в описании и такие: «О, это же вы, это же наши казанские ребята». Это было приятно, вот. Конкурс объявили еще год назад, но голосование началось совсем недавно. Победитель определит команда Павла Воля, а также учтут голоса зрителей. Клип на песню «Музыки не нужен никто» сейчас находится на втором месте. Сам Павел Воля очень тепло отозвался о нем. Довольно-таки ему очень понравилось. Он оценил как раз-таки идею. Он сказал, что ему порадовало его то, что мы поняли песню так, как надо. Вот. Он сказал, что идея его песни и клип, они очень схожие, похожие, и он был доволен, что этот клип получился таким, в принципе, каким он его и видел, и хотел видеть. Результаты конкурса будут известны совсем скоро, ну а Вагизу мы желаем удачи и призываем всех голосовать за него. Эльвина Хадимулина, Роман Самарин, Универньюз.